Это все современно, да? Ну не современно, 65-го года, примерно. 65-го года, да. Повязки так накладывают. Ваня! Я за неизвестного солдата, за нашу победу, праздником. Дующие нити. И сегодня, в память о солдатах Великой Отечественной войны, курсанты военно-патриотического «Судьба солдат». В акции «Память» приняли участие курсанты военно-патриотического клуба, учащиеся образовательных школ. Посвященный 67-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. Отечественной войны и дружинники тыла. Вам, дорогие фронтовики, вам наша вечная благодарность, наше пожелание здоровья, благополучия и тепла. Вы заслужили их и своим подвигом, и всей своей жизнью. Сегодня день национальной гордости и благодарности нашим ветеранам. Достоинство и сплоченность поколения победителей – это самое дорогое побед на высотах. Городской совет ветеранов под руководством Кристенко Раисы Васильевны. Поротно! На одного линейного дистанции! Первая рота прямо, остальные направо! Фу! Равнение направо! Шагом! Марш!
объединенной колонны ветеранов боевых действий и военной службы. Колонну возглавляют полковник запаса Левчик Александр Владимирович, кавалер ордена Красной Звезды и ордена Мужества, председатель Бердской городской общественной организации Российский союз ветеранов Афганистана. Полковник запаса Золотухин Анатолий Александрович, кавалер двух орденов Красной Звезды и ордена Мужества, председатель городской общественной организации ветеранов локальных войн и военной службы. На площадь выходят воспитанники Бердского казачьего кадетского корпуса имени Героя Российской Федерации Олега Куянова. За 7 лет из корпуса выпущено 300 кадетов, которые достойно несут службу на гражданском и военном уровне. Третий год корпус участвует в Российской Федерации. Торжественным маршем проходит 5-й отряд Федеральной противопожарной службы по Новосибирской области. Неоднократный победитель. В параде принимает участие военно-патриотический клуб «Добрыня» православной гимназии во имя преподобного Серафима Саровского. Военно-патриотического воспитания и традиционной культуры. Курсанты клуба неоднократно становились победителями различных конкурсов и мероприятий всероссийского, регионального, областного и городского уровня. Военно-патриотический клуб «Русичи», школа номер 11. С 2006 по 2009 год тот клуб занимал первое место в областном конкурсе по основам военной службы. Военно-патриотический клуб «Витязь», школа номер 5, руководитель. Его курсанты активно участвуют в городских мероприятиях, молодежных акциях, муниципальных детских юношеских спортивных школ «Авангард», «Мерц», «Восток», «Управление образования», а также шахматная школа «Маэстро». Зарегистрировано более 30 общественных организаций, деятельность которых осуществляется в области физической культуры и спорта. По итогам 2011 более 22 тысяч человек горожан. Дорогие берчане, принять участие в праздничных мероприятиях в парке Победы с 10.30 до 12.30 акция «Победный привал». В городском историко-художественном музее в 13 часов городской открытый фестиваль «Красный